все очень плохо сыграли. То есть как будто мы первый раз вышли на площадку, и такое ощущение, что мы впервые встретились. От этого все наши потери, вся неуверенность, нестабильность. То есть, ну, можно так сказать, я не знаю, просто из-за чего это произошло, какой-то спад у нас уже, какую третью игру подряд, и мы никак не можем из этой ямы вылезти. Поэтому я даже не знаю, как с этим быть и бороться. Надеюсь, у нас есть до Лады дни подготовки. Я просто буду Бога молить, чтобы мы вылезли из этой ямы. К сожалению, такой матч, конечно, надо играть во дворце спорта, я думаю. Накал был бы, и болельщики, я думаю, помогли. Хоть тут маленькая как бы бригада была, болельщика. При своих болельщиках я знаю, что Ростов играет совсем по-другому. Ну, может быть, немножко все-таки девчонки Ростова перегорели, мне так кажется. Много ошибок. У нас тоже почему-то в начале очень много ошибок было, потери мяча. Я думаю, что все-таки перегорели. И я считаю, что все, по большому счету 7 легионеров. И Сергею Анатольевичу приходилось вот все время в голове держать, что 3 человека всего на поле. У нас всего 2 легионера, поэтому больше замен. Я думаю, что под конец мы были немножко свежее просто. Черные полосы не вылезем. Это поражение в Виборге, конечно, наложило отпечаток. И найти какую-то сейчас более-менее свежую струю очень, конечно, тяжело, потому что не прошло и 3 дня опять играть. Но меня сейчас волнует больше, что через неделю уже полуфиналы. И здесь уже команда должна побеждать, как бы это тяжело не было. Искать что-то внутреннее, искать... В общем, это все нам предстоит за неделю сделать. Пока что, видите, на ушах стоим, стараемся, ну, много ошибок, видите, как сегодня и за последние игры Соня хорошо сыграла, просто если бы не ее какие-то досады, там, вот эти выбросы мяча, конечно, с таким вратарем не имеем права мы проигрывать. Видели, очень много потерь, конечно, такой соперник, как Звезда, это не простит. А у них, наоборот, хорошее настроение, сейчас финал ждет, там не столько с Волоградом этот полуфинал, сколько финал Кубка, это история уже. Поэтому они на хорошей волне. Ну, видите, приехали не беречь себя, приехали биться. Значит, команда хочет в сильных играх найти положительное что-то. А нам приходится вот довольствоваться, искать в поражениях смысл. Мы уже часто с ними встречаемся, потому что, ну, из-за этого мы, естественно, каждого игрока знаем уже, кто куда бежит, кто куда двигается. Ну, конечно, на Шимкуте была у нас особенная задача, на Сень, на краев, чтобы мы успевали в защиту бежать с ними.